Так, сегодня где-то днем, да, мукоморчика, 30 грамм растворил, ну, сделал ряженку, как бы, да, она так, мукомор легче пьется, он на вкус мерзкий, неприятный, ватный, по этот, рвотный позыв. Так, возможно, это самосоматика. Психосоматика. Вот сейчас видите, что сделал. Сделал то, что, блин, целую неделю хотел сделать, да? Делаешь то, чего не делаешь неделю, там, допустим, оттягиваешь время. Короче, я 30 грамм. Постепенно. То есть вначале пол бутылки, пол-литровой. Получается вместе с мухомором разведенным. Ну там где-то кефира. Четверть получается, да? И четверть мухомора разведенным. Состояние. Я не сказал бы, что есть. Похоже очень на пьяное, но не пьяное. Пьяный ты вообще неадекватен в плане того, что ты неразумен, когда пьяный. Там нет четкости. Сейчас я под мухомором. Раньше я мухомор употреблял, но там в районе 10 грамм, наверное, чуть больше, да? И у меня ощущение было... Ну, я все время под мухомором, я уже говорил, что я после инсульта 2 года уже как под мухомором получается. Ощущения идентичные, как под 3 граммами мухомора для меня вообще неощутимо. То есть, когда увеличиваю до 6 грамм мухомора, появляется состояние как под мухомором. И то есть, все время вот эти вот 3 грамма, как будто я под мухомором. Это именно вот, у меня постоянно такое состояние. Сейчас у меня состояние трипа. Я понимаю, что это трип. Потому что он еще постепенно будет сейчас нарастать. Потому что я постепенно в течение там, где-то 3-4 часов дозу так увеличил. И сейчас весь его выпил. Вот. И он сейчас меня, похоже, еще и догонит. Ну, хорошенько тогда догонит. Самое, что интересное, точно скажу, за руль можно, нельзя. За руль однозначно нельзя. Может быть, он по-разному, кстати, влияет. Но я бы сразу точно говорю, что точно нельзя. Ты более сконцентрирован, да, но тебя... Ум немножко разносит. Он, вижу, о чем ребята говорят. Говорят о кольцах времени. Что как петля времени получается, да? Я вижу это как не петля времени, а ум подглючивает. И он такой, мыслю, раз, пью. И обратно такой, пью. Опять мысля, пью. Она не может зациклиться на одном месте. И она все время такая, это, подтупливает. Мысли такие кидают друг на друга. То есть, мысля не может сформироваться. Вот это, наверное, пьет делает, может быть, кстати. Кстати, неизвестно, что делает. Кто, кстати, знает... Напишите, когда Кастанеда с Дон Хуаном, что делает пьет. Мухомор тебя бросает в кольца времени. И ум не думает. Я вижу эти кольца времени, они такие тю, закольцованные. Несколько мыслей они такие, но я эти мысли не вижу, они, кстати, невидимы. Я вижу, что ум начинает тупить.
Ну, прикольно. Многие говорят, что хотят это состояние уже остановить, потому что страшно становится. Тебя просто крутит вот так вот, крутит, крутит, как болтанка. Ну, это состояние измененное, измененное состояние реальности. Ну, надо, по идее, просто в него войти и порассматривать. Я вот сейчас порассматриваю, тут же видео выложу, в это же, в него вставлю. Ну, интересно, конечно. Рука такая подергивается, так что хочет расслабиться, не держать телефон. Посмотрим. После кефира сразу, конечно, посрать надо было сходить. У меня сразу организм через часа три отозвался. Это ж кефир. Дядя мой маленький, рыженький. Ладно, посмотрим. Попозже тоже видео покажу. Сейчас смотрю, что на улице. Потом, может быть, через часик пойду погуляю. Посмотрю, что на улице, как оно ощущается. Только образуется мысль, и ее как будто, ну это быстро очень происходит, моментально. И как будто ее, вот она образуется, ее раз обратно так под, забрасывает ее, и обратно по кольцу так. Как сброс происходит, как в велосипеде трещотка, да? Которая не дает, чтобы колесо вот это трещотка, да? Тот же здесь постоянный сброс. Ум не дает образоваться мысли во время трипа. Ну, я сейчас полагаю, у меня трип. Мысли вообще полная тишина. Не возникает даже. Приходится натянуть это вот. Сказать надо натянуть слова, чтобы они сказались. Вот. Поэтому так вот. Ну. Пробуем дальше. Самое, что интересное, если ты не умеешь и не знаешь, что такое мысль и как ее остановить, тебе покажется, что ты просто в пьяном угаре. Не поймешь, что ты без мысли. А тут реально пропадает мысль. И попробуй это состояние как раз-таки увидеть, вот это безмыслие. Вообще мысли нету. Остановка происходит. Он вообще, он насильно заставляет, прям насильно заставляет замолчать мысли. Они не формируются даже. Попробую сейчас сформировать мысль. Она даже до моей формы, до моего формирования не доходит. То есть она разрушается мухомором, до моего пытания сформировать мысль. То есть она еще раньше разрушается. Так что мухомор разрушает мысль. Ну, мне кажется, вот он как пьет, действует. Как вот Дон Хуана Кастанеды. Сейчас пытался сестре позвонить. Действительно, все говорят, хотят, сразу хочет поделиться чем-то, да? Я хотел поделиться, что мухомор, мысль разрушается в этот момент. Пойду-ка поделиться, рассказать. Вот она занята. У нее сессии. Да, действительно, состояние безмыслия тебя в кольцо кидает. Я вот так вот безмыслие, безмыслие, и
начало такого безмыслия опять в кольцо, в кольцо, в кольцо, в кольцо времени. Прям чувствуешь, как вот это кольцо. Кольцо времени, реально. Тебя пытается ум, у ума сформироваться мысль, и не получается. И эта мысль тебя кидает обратно. Не такая, не сформированная. И сразу же начинает следующее образовываться. Вот. Ты такое в кольцо попадаешь. Поэтому вот это ощущение хочется закончить, потому что оно все время такое. Закольцованное. И хочется, чтобы оно закончилось, потому что вот это вот как бы опьянение вот это, но оно не опьянение, да? Ты хочешь, чтобы оно прекратилось. Потому что это постоянное, вот как машина пытается, допустим, в раскачку заехать в горку и такая. И вот так вот постоянно, постоянно. И ты уже, блин, да сколько можно вот этой херней-то заниматься? Давай выезжай нахер. И не может выехать. И это ум постоянно так вот пытается заехать, заехать в гору, заехать в гору, заехать в гору, заехать в гору, заехать в гору. А на самом деле это вот твой ум пытается заехать в гору. Он пытается начать думать, а не думается. Ум немножко такое растормаживает все это. И тишина образуется. Только вот это вот постоянное. Смотрим дальше. Конечно, говорю, кто знает, конечно, хочет дойти до мухоморного трипа. Вот я как бы до него дошел. Трип, это я теперь уже знаю, что такое. Колбасит вообще по полной программе. Вот, уйди. Тебя по полной программе колбасит. Вот, я уже ссу во время. Не то, что я неадекватный, да? Тебе становится ровно, как пьяный, но ты как бы в адеквате. То есть не как пьяный. Пьяный не в адеквате. А ты в адеквате. Но я бы сказал, что за руль нельзя. За руль ни в коем случае. Но ты в адеквате. Ты в физическом не очень в адеквате, но ты в адеквате. Но за руль нельзя. Продолжаем трип. Короче, да, жесть. Все твои желания исполняются, которые у меня, по крайней мере, желание было связано с просветлением, с пробуждением, да. И это произошло. Но это был грипп. Как я это понял, было все так реально и все так охрененно. Но как я это понял, что я связывался с людьми как будто ментально, да, под грибом. Я этим людям позвонил, они дрыхнут, спят, то есть ничего не происходит. Только я это понял не сразу, часа через 4. Людей сполошил. Дочь напугал. Так что надо предупреждать своих знакомых и друзей, и родственников, что ты, мухоморчик, хочешь попотчевать. На самом деле жесть. Если он так глубоко заходит, это вообще жесть. Ты не отличишь реальность от нереальности.
Надо только какие-то вот создавать вот эти вот. Хорошо, если кто-то есть. У меня, блин, вот я дочь напугал. Она вот напугалась. Хотя знает, что я тут с грибами экспериментирую. Мухомор показывает твои желания. Он показывает все, что ты желаешь, и даже думаешь, что ты не желаешь. Он все как бы выворачивает наружу и показывает это.